Ну вот мы проснулись. Стояли мы прямо на озере, в общем, на Щебуку. Чок чего-то там. И на берегу Азовского моря. Такая вот. Тут красотища. Тут немеренное скопление чаек, которые галдят, волны, которые бьются о берег. Красота. Прикольно. Опа. Здесь бегали ночью лиса и ежи. Ежи у нас ухитрились украсть пакет. В общем, со сладкими батончиками. Вот их громко-громко кушают. Мы долго думали, кто это там в кустах такой страшный, ужасный, к нам подкрадывается. А потом светили фонариком, мы нашли. Так, вот чаек, конечно, тут вообще просто. И все в чайках. Воздух кипит. Вот, сейчас будем маленько просыпаться. Пойдем в грязь ищебную с этого соленого озера. Обмажемся. И смоем ее в Азовском море. Вот так. Так. Вот сейчас масочка попала. Вот чайки тут просто бешеные. И вот они все летят, летят, летят. Соленого озера в море. Я пробовал. А вот это они так, видимо, когда находят рыбу. Вот они вот радостные галки летят и вот прыгают в море. Рыбка. Юра. Юра, Юра. Юра. Я в тебя верю. Слышь, чайки поют. Юрка. Ну вот, надо вставать. На самом деле уже все встали, что-то мы тут валяемся. Давайте, давайте, просыпайтесь. Юрка, вставай. Близей. Юрка. Ну вот. Опять все спят намертво. Ну вот. Мы приехали. В общем, на это Чокракское или как оно там. Соленое озеро. Вот тропинка, по которой все ходят в грязюку. Которую мы пойдем к грязюку. Так, тропинка вся впереди. Сразу видно. Тут народ ходит, да, грязь. Миша, можно действительно на тапочке. Вот так вот оно выглядит, это озеро. Видите, какая грязь. Ну какое оно. Адская грязь. Миша, это жесть. Ну. Все. Ага, все, пошло. Вспомнила, Миша. Ой, какой у меня муж красивый. Ой. О.
Я принимаю ванну. Вы засекли время, сколько мне лежать? Ой. Серега, ой. Идем на сближение. Ванизма ароматная. Вот они, грязевые процедуры. Ну что, к Раковском озеро. Действительно держит, действительно плаваешь. Но плаваешь в грязи. Не как на мертвом море, да? Плаваешь в водичке, а грязью из пакетиков мажешься. А тут просто в грязи. Грязь тебя держит. О! Кто-то нарисовал? Нет, чайка. Угу, ничего себе, такие следочки. Прям как будто кто-то нарисовал. Точно не хочешь повонять? Не, Наташа? Ну, сама смотри. Давай, если по-бурому, если что, мы тебя дождемся. Не полезешь? Я просто думаю, как ты тебе ответишь, чтобы ты не порезал это. Нет, Миш, если бы здесь было с пресной водой, отельчик, ну, в принципе, может быть, я бы рискнула бы, но так, Миш, понять потом, ну, нахер это надо. Ну что, в море есть? А Миш, слишком вонючая. Ну, она вонючая, да. На мертвом море она, по-моему, так не воняла. Она так не воняла, Миш. Хотя мы и мазались-то слегка так совсем, я бы сказал. С каким-то, не знаю, глинцом, говнецом. Они еще там голову мажут, блин. 20 минут надо, кстати, это. Да. Это, видимо, врач какой-то тут из Санкт-Петербурга сказал, что 20 минут надо лежать. Да. Угу. Я не высижу. 20 минут зато я не высижу. Да ладно. Попробовали, что это такое, хватит. А к чему это приводит, ты сидишь на 20 минут? Якобы к омоложению. Там женщина намазала макушку и такая говорит, я прямо чувствую, как мои чакры на макушке помолодели. Понятно. Посидела 3 минуты. Ясно. Вот это типа как бы лава, как она говорит. Что-то как бы не грязь, а вот остывшая какая-то лава. Чего? Вулкана. Чего? Ну вон, Миш, можешь пойти пообщаться. Нашли тоже время, Питера. Понятно. Кстати, может быть, это лава и есть. Грязевая. Миш, она врач. По-моему, здесь как раз это озеро, подождите, и есть. Это вот то самое озеро, которое, собственно, и является, грубо говоря, кратером грязевого вулкана. Ну вот, Миша, она про это и говорила, что это как бы не грязь, как бы, а вот лава, как бы остывшая лава такая вот скопленная. Это самый грязевой вулкан, который мы вчера видели, сопки. Вот это одна из разновидностей грязи, которая оттуда прет. Но вонючая страшно. Пахнешь, пахнешь. Куда ж ты денешься? Все пахнут. А я нет. Да. А я по-прежнему, Миш, красиво, бодра и весела. Здорово. Ну что ж, поехали. Не знаю, что они охраняют, но смотрится, конечно, классно. Красота, да и только. Крылатые, зубастые львы. Ну вот, прощаемся мы с этим соленым озером. Какими-то деревянными столбиками. Все перегороженные. Странно. Деревянные столбики, интересно, что-то добывали, соль, грязь, наверное, царит, что-то такое, торчат. Вот это озеро, Чокракское. И оно такое тоже, кстати, красноватое. Я бы не сказал, что оно красное, красноватое, видно, что. Вот. А то, что мы видели зарево вчера ночью, это действительно пожар, вот там горит все, видно. Зарево от пожара. Собственно, немножко дымом попахивает, вот горит, горит степь. Как-то так. Вот такая красота. Вот залив. Красивый залив Азовского моря. Вот, а здесь вот находится генеральский пляж, куда мы приехали. Вот это вот они и есть. Маленькие бухточки. Спускаться, собственно говоря, стоять. Это скала Вепрь называется. Так вот она выглядит. Да, вот они такие вот пляжики. Генеральские. Порядка 70 бухт, где можно съезжать и отдыхать. Да, виды потрясающие. Так вот это все выглядит тут.
Вот они, генеральские так называемые пляжи. Еще. Вот такие тут пляжики. О! Какая красота! Офигеть! Спасибо! Лепотища! Лепотища! Здорово! Вот такой вот колодец прямо на берегу моря. Вот там вот море, а здесь вот водичка. И вроде она пресная. 50 дейкель. Попробуем набрать. Да, она, конечно, грязновата. Но она есть. Косяк баклана. Вот, мы нашли абсолютно уединенный пляжик. Маленькой бухточки, чисто нашу бухточку. Вот здесь становимся. Гулять, потусить, позагорать. Все такое. Может быть, это, скорее всего, это уж, но, блин, мало ли. Что-то проверять не хочется. О, вот она. Ой, не получается. Поворот не дает. Что это? Вот как раз почему много здесь живет. Они не ядовитые, но проверять не надо. Кстати, в руки не берем. Вот его полный, да? Ты ее зумируешь? Да, да. Вообще классно. Дадим мужику его убежище. Поныряли мы на Азовском море. Не знаю, будет ли меня слышно или нет. Вроде закрываю микрофон от воздуха. Вот, поныряли на Азовском море. В общем, как мне и проговорили, нырять бесполезно. Все, что ты видишь, песок, да еще и шторм, да еще и мутно относительно. Потому не видишь почти ничего. Вот. Хорошо, я сразу полез в масочки, не брал баллон и не расходовал воздух. Так что это, конечно, в общем, нырялка в Азовском море, конечно, бессмысленно просто. Вот. А берег чудесный, песочек, купаться просто великолепно. В общем, вот как-то так. Вот такие вот красивые каменные гроты. Ну и куча змей, как мы уже видели. Змейки, они забавные. Прохладно прям, тенёк такой. Да. Ну-ка. Что это? Ложки. Набор ложек. Иглик. Красота. Ой, да. Какие скалы-то. Это вот песчаник, да? Ага, это вот тот самый песчаник, который в аквариум пихают. Так называемый, да? Вот он. Красота, да и только. Песочек. Бутылка зачем-то. О, какие тут красивые. Да, в общем, песчаник. Вот тут вот ломиком пофигачить и продавать по полторы штуки. По две. Камни для аквариума. Кругом одни ракушки. Много-много. Вот просто. Бери да черпай вот просто. О, все в ракушках. Обалдеть. Я стою в ракушках весь. Просто.
А там еще будет вот кусочек на Черном море, а будет мелкая-мелкая галечка такая. Ну тоже достаточно прикольно по ней ходить, приятно, не больно, короче. Вот. А дальше справа до мелкой галечки будут большие крупные камушки. Ты сам понимаешь, по ним уже не прикольно. Вот таких песочных пляжей там мало. А тут тоже было. Да, она тут такая волна, бьется, а камни разбивается. Ветер прям крышки сдувает. Вот готовим еду. Непонятные птицы. Здоровые. Наверное, да. Лебеди. Лебедя. Лебедям. В общем, да, красавчики. Лебеди в море. Удивительно. Ну вот, выдвигаемся чуть дальше. Собираемся, покидаем гостеприимный пляжик и едем дальше на поиски новых приключений.
А это что за баклан непонятный? Куропатка, блин. О! О, какая дурында. Кто это там? Фига, тут такие белые непонятные уливки. О! Сидят на траве. Забавные ракушки. Мы едем в Лукановку. И вот такими вот полями странными, блин. Убираемся в деревню. Мы тут еще дорогу сравняли, слава богу. А так она, конечно, такая была весьма. Ну вот. Сейчас выберемся в деревню, и от нее уже на трассу в Лукановку. GPS предложил почему-то объехать все это через Керчь. Это, конечно, весьма интересно, но это 85 километров. А так мы проедем за километров 20. Так что, в общем, думаю, что так оно будет лучше, тем более, что Керчь дороги-то тоже не сильно хорошие. Куропатки местного разлива. Какие, блин, стада бегают тут. Живности всяких непонятных. О, такая удивительная асфальтовая дорога с травой, проходящей прям-таки сквозь асфальт. Я такого не видел, не знаю, уже давненько. С 90-х. Прикольно. Умеренное поле подсолнуха. Не знаю, оно, не оно. Сейчас посмотрим. О, шкура ежа. Кто-то его сожрал. Что похоже на подсолнухи. Вот они, семки. Что? Реально? Семки? Ну, какие мощнявые. О! Вот это уже подсолнух. Вы кто? Журавли? Похоже. Не знаю, кто это. Большущие птицы. Вон они сели. Можно их пофоткать для фотика. Странные большие птицы. Ну вот мы подъезжаем к Лукановке. Вот это деревня. А собственно вот сам, видимо, вулкан ледяной. Сейчас поедем на него, посмотрим, что он из себя представляет. Большой с виду. Вот. Итак, мы его нашли. Вот она. Геологический памятник природы. Сопка Джаутупи. Вот, правда, кто-то в нее немножко пострелял. Вот, с дробовичка. Но это, правда, наверное, не портит картину геологического памятника. Так что пойдем посмотрим, что это за сопка Джаутупи. У нее ведет дорога. Это радует. Вот, дорога реально крутая была. Даже подключался полный привод, чтобы заехать. Кстати, первый раз, по крайней мере, я увидел за всю поездку. Вот так. В общем, вот мы заехали на этот Джаутупи. Не знаю, что он из себя представляет на видку. Извергалось оно достаточно давно, но высота действительно впечатляет. По некоторым данным, либо 61 метр, либо 100. Ну, конечно, не идет. Происходило, да? Это было давно. Вот всю грязь поднята. Геодезический пункт охраняется государством. Цемент. Ой, что-то он немножко. Ладно. Не будем трогать, еще отваляться. Плохо, что какой-то же маленькой сопочки еще нет. Если бы что-нибудь булькало, было бы интереснее. Так можно только представить. Ну, ладно, не шибко интересно. Ой, какие овечки. С ягнятками. Ой, какие малюсенькие, да? Только к детям не приставай, а то они еще обидятся. Ну вот, Наташа пошла гладить овечек. Берегись, овечки. Она подкрадывается. Хе-хе-хе.
Быстрее. Не даются погладиться, да. Опа! Получилось? Опа! Всех перегладила. Да ладно тебе, хватит уже. Погладила? Да, и не один раз. Отлично, как здорово. И как тебе они? Мягкие? Мягкие, но вонючие. Надо детенышей гладить. Да? Которые в крови кушают. Понятно. Они тогда не просекают, там вкусы есть. Ясно. У тебя круто. Да, ну вот гусей гладить точно не надо. Они могут крутить. На него гуси лебедя. О. Ладно, я понимаю, да? Вот они, те самые мои любимые. Индюшки, ножки, да. Индюшки. Да. Вот они. Да тут такие здоровые они, о! Вот это реально. Большие курочки. Здоровенные, блин. Да. Красивое место. Тихая бухта называется. Вот мы ставим палатку и будем здесь ночевать сегодня. Место весьма неплохое. Мне оно нравится. Вот, проехали практически в самый конец. У нас сегодня вообще был жутчайший день 4/4. Господи, по каким горам мы только не ездили. Я даже не думал, что машины так могут ездить. Оказывается, могут. Даже в том числе. Вот подобные горки вообще элементарно поднимались, и даже круче. Тут рай для любителей 4/4. На легковушке вот сюда конкретно, куда мы приехали, я думаю, уже не доехать. Опять же, ну, из-за раскисшей земли. Люди, гуляющие по горам. Красота. Проснулся ночью. Вот такое вот зрелище. Вот началась гроза. Вырвало. Это зря. Наступило утро, адски дует ветер. Сейчас я его спрячу, чтобы даже говорить невозможно. Вот. Нашу палатку сдувало нещадно. Она практически ложилась. Вот, в общем, конечно, палатка не рассчитана на такие ветра. Вот, да и палатка у нас старенькая. Но скорее. Особенности конструктива. Ну, собственно, ценообразование, конечно. Вот. Но тем не менее, это не мешало нам поспать. Вот. Ночью мы не промокли, несмотря на грозу. Ну, в общем-то, неплохая палатка. Но, конечно, нагибалась она, прямо вот трогала нам лица. Настолько ее сгибало ветром сильным. Вот такой вот у нас восход. Солнце. Красота. Сейчас
искупаемся, передохнем, переведем дух, поедем спокойно поищем жилье и, возможно, найдем тут понырять с кем, какой-нибудь дайв-клуб. Вот как-то так. Тут сложно, вот как бывает, эти палатки прогибаются от ветра. Вот еще ничего. Но бывает просто ложится, сдуваемое ветром. Вот так вот, вот так вот, ва-ва-ва. И при этом она касается лиц спящих людей там. Вот это самое забавное. Да, ну в общем ветерок, конечно, ух. Как дует. Сильно-сильно. Вот так вот. Вообще обалдеть. Зато мы спали вот с таким вот видом. Так вот. Спали. Палаточки, и вот такой вот вид у нас открывался. Там, кстати, на Черное море. Это вот бухта тихая у нас. И вот в ней мы остановились. Про нее, кстати, надо сказать, что въезд сюда теоретически платный. 70 рублей с машины. Это кемпинг. Вот. Но, тем не менее, как бы вполне. После 6 часов мальчик уходит, и можно проехать бесплатно. Так что вот, получается как-то так. О, какая птичка. Гуляет тут по песочку. Прозрак здесь, на удивление, оказался хороший. Вот. Поймал рапанок и вот такого вот крабика. Потрясающего. Вау. Так, хлясы своими этими. Вот. Наверное, здесь буду нырять с аквалангом. И GoPro-шку возьму, поснимаю. Вот как-то так. Ну вот, немного понырял. Вот, подводные съемки тоже будут. Вот, и добыл хабар. В смысле жратву, а не хабар. В общем, тоже можно назвать хабаром. Ой, ветер адский, вообще дрендец. Да, очень дрендец. Вот, крабики. А что здесь еще? И куча ракушек. То есть рапанов, вот они. Их едят? Да, их варят. Только надо узнать как. Ну, в общем, народ дорвался до рапан. Это местные ракушки. Деликатес. На самом деле, реально вкусно. Так, а ты бы допушил это потом? Вот, пробовал первый раз в жизни, как и все мои. Теперь все сидят и лущат, как семечки. Всем понравилось. Вкусная штука. Вот. Рапаны варятся просто 2 минуты. На самом деле, очень просто. То есть берется обычная пресная вода, кидается в нее, доводится до кипения и кидается туда рапана. Вот, вода, соответственно, перестает кипеть, потом снова закипает. Вот с того момента, как она снова закипела, засекается ровно 2 минуты. Потом они вытаскиваются и просто кладутся там в миски. Вот, и все, и сразу можно есть. Вот, если варить дольше, то получится, что они будут резиновые, будут совсем невкусные. Вот, а естся именно белая часть рапаны. То есть то, что на самом деле находится как раз-таки в самом начале под крышечкой. Вот. А то, что потом находится, как бы оно не естся. То есть естся именно белое мясо, да. Вот. Здесь видно саму рапану. Вот естся вот эта вот часть беленькая. Вот в начале. Хвостик надо, да, отщипать. Вот. Вот эта вот часть, в общем, она естся. Хоп, да, хоп, и все. Сидите, хотите тоже. Точно. Ну вот, теперь дошло дело до морских. Во. Красавчики. Да. Красавчики. Крабики. Вот такие вот они. Вкусненькие. А вот этот, я вспомнил по глазам. Он меня очень больно тяпнул. Сейчас его за это съем. Вот так вот.